Всем привет! Вы меня спрашивали, как я училась рисовать. Я решила немножко рассказать вам, как я в детстве училась. Я нигде, ни в какую художественную школу не ходила. И с чего все началось, расскажу. У меня была книжечка. Все началось с яйца. Я не помню автора, я честно гуглила, не нашла. Если вы, может быть, знаете про эту книжку, ну, по рисованию, то, может быть, вы мне в комментариях напишите автора этой книги, потому что это у меня будет ностальгия, как я училась рисовать именно с нее. И эта книжка рассказала мне о пропорциях и показала примерно образы и формы, из которых может все строиться, на основе чего все строить, потому что чаще всего человек не может что-то нарисовать, потому что ему сложно это представить. Вот. И, в общем-то, все было просто. Все начинается с яйца. Мы рисуем яйцо. И из него, ну, то есть можно нарисовать из яйца все, что угодно. Вот мы нарисовали яйцо. Как было в этой книжке? К нему пририсовывалось еще одно яйцо. К нему пририсовывались ножки, ручки, шляпа. Ну, что угодно. Можно так девочку, мальчика нарисовать. И потом мы обрисовываем что угодно. Можем платье сделать. Можем лицо сделать тоже из яйца. После чего мы все обрисовываем. Это я так в детстве рисовала. Потом я, конечно же, и другие книжки использовала. Но, в общем-то, я вот так вот рисовала всякие истории из яйца. Какой толстый человек получился. Я рисовала всякие такие истории из яйца. И после чего стала усложнять. И сегодня я покажу... Ну, я обещала нарисовать, я уже Йорка рисовала, уже рисовала я Йорка, уже шпица рисовала, и обещала показать, как чихуашку рисовать, но решила, вот как раз, поскольку у нас скоро Пасха, решила именно вот про яйцо. Значит, попробуем с помощью формы яйца нарисовать чихуашку. Я думаю, что у вас тоже получится. Значит, как мы это будем делать? Смотрите. У чихуахуа форма головы как раз очень похожа. Вот, значит, рисуем сначала одно яичко. Такое вот. К нему пририсовываем еще одно. И еще одно. Мы потом сотрем ненужное. После чего мы к нему пририсовываем еще одно яичко. Что-то, да. И еще одно. Получается вот такая штуковина. И еще одно яичко. Пока непонятно, да? После чего мы рисуем еще одно яичко. И еще одно яичко. Теперь мы из этого вырисовываем то, что нам нужно. У чихуа такая обычная яблокообразная форма головы. Может быть, у меня немножко будет непородная чихуахуа, но... К ней мы пририсовываем нос. Так, пририсовали ротик. Так, глазки вырисовываем. Так можно и олененка нарисовать, и той терьера. Рисуем глазик. Чихуашки же у нас глазастенькие, да, ведь? Так, глазик раз. Я, правда, не вижу, очень ровно или не очень ровно.
Но главное, чтобы был понятен смысл. То, что из яйца можно нарисовать и человека, и чихуахуа. Чихуашка у нас чаще всего в одежке. Значит, мы нарисуем ее в одежке. Так. Пусть у нее будет приятненький свитер. А, давайте вот еще ошейник ей. Точно, ошейник. Мы к ней пририсуем ошейник. Толстенький. Так. Ла-ла-ла. Так. И как же нам нарисовать туловище-то? Туловище. Тоже яйца рисуем. У них короткие обычно лапки, грудка. Зарисуем себе яйца. О, Господи, Боже мой, ну и сказала. Тут должен быть хвостик. А тут еще одна лапка, типа она сидит. Так, и теперь рисуем на основе этого кофточку. Мы уже наметили форму. Видите, как удобно? Вы форму намечаете и получаете то, что нужно. Так. Кофточка. Здесь тоже. Так. Теперь лапки. Лапки у чихуашек тоненькие. Вот и рисуем лапки тоненькие. Так. Это у нас маленькие чи. Ну там типа у нас штаны. А там милый хвостик. Так, теперь обрисовываем как надо. Стираем. О, у меня, смотрите, какой прикольный ластик. Так, стираем ненужные линии. Это именно из яйца. Можно, конечно, сразу без всяких этих рисовать. Но если мы учимся, то можно любую форму нарисовать так. Сначала нарисовали удобные, которые вы можете, формы. Потом стираете ненужные линии. Так можно что угодно рисовать. Потом стираете ненужные линии. И наносим теперь тени. Вот без тени, кстати, никак. Вот это, знаете, как я училась? Я просто смотрела на фотографиях, мультиках, везде. Вот я смотрела, как они падают. Где темнее, где светлее. Ничего сложного, в принципе, нету. Сделать штриховкой тени. Так. И. Лобик выделить обязательно, потому что у чихуашек такой лобик. Глазик. Так. Глазик. Так. Угу. Не знаю, что у меня там получается, он должен прикольно быть. Так, поделим мордочку, носик обязательно. Ротик. Вот так вот. У нас получается мелочи. Естественно, на одежке можно какие-нибудь полосочки нарисовать. Вот так. Вот такой чихуа у нас получился. Если дорисовать, обязательно тень каким-нибудь. Он сидит. Уже не портрет рисуем. А вот здесь еще одна лапа. Да, вот в раскоряку.
Вот так. Можно мячик рядом нарисовать. Ну уж кружочек-то вы нарисовать можете. Вот так. Вот такой малыш получился. Вот так можно рисовать что угодно из яйца. И лицо человеческое, и любую собачку можно нарисовать. И вот мы нарисовали чихуахуа. Я надеюсь, ролик был вам полезен. Подписывайтесь на канал. Будут впереди еще новые ролики по дрессировке, по рукоделию и тоже по рисованию. Если, конечно, вы хотите, пишите, кого нарисовать. Тоже можно что-нибудь придумать. Может быть, будем рисовать какие-нибудь истории. Вы можете, кстати, написать какую-нибудь историю, мы по ней нарисуем комикс прямо на видео. Так что всем пока. Было приятно увидеться. До новых встреч.